Всем привет! Сегодня расскажу о растении, которое называется пролеска сибирская. Этот цветок является одним из первых вестников весны. Пролеска сибирская – деликатный цветок, обладает неимоверной силой, пробиваясь сквозь едва оттаившую почву. Предпочитает расти в лесах Европы, на каменистых склонах и горных полянах Кавказа. У пролески сибирской длинные и высокие листья, цветы имеют лучевую симметрию. Цвет обычно синий, голубой и белый. Отцветение приходится на середину весны и цветет недолго, не более 20 дней. Цветок любит солнце, в пасмурную погоду не раскрывается. Пролеска сибирская содержит алкалоид галантамин. Благодаря ему облегчается передача нервных импульсов от нервных клеток к мышцам и восстанавливается их проводимость. Спиртовые экстракты надземной части обладают антибактериальными свойствами. В народной медицине готовят настойку и применяют ее при сильных болях в суставах. Она снимает боль и напряжение. Также луковицы способны помочь вылечить у человека кашель и заболевания пищеварительного тракта. На основе препарата в пролеске сибирской лечат детские параличи. При лечении наступает улучшение состояния организма и частично восстанавливаются двигательные функции. Но, конечно же, все это нужно делать под наблюдением врача. Растение в коем случае нельзя применять в пищу, так как оно ядовито. Пролеску сибирскую используют в ландшафтном дизайне. Ее высаживают ракарии или мигбоксеры на бордюры или альпийские горки. Кстати, название пролески сибирской ошибочно, в Сибири она не растет. Пролеска сибирская ласково называют голубым подснежниками. Они красивые, нежные, неприхотливые и радуют наш глаз в то время, когда практически больше ничего не цветет. Они как кусочек голубого неба на земле. На этом все. Всем пока. С уважением, Марина.